Ой-ой. Ты там живи. Блядь, Дев Небеска, да? Чё за параша, блядь? Море пива, нахуй. Как раз, блядь, для нашего рейда, блядь. Самое то, нахуй. Так, если что, я не знаю, это еще не принятое решение, но мы так думали, что надо поэкономить фласки в обычках, в РСке, там, ГМХМ, в ЦЛК обычке, блядь. Вот эти БКшные фласки сейчас по косырю стоят, поэтому, блядь, ну, думайте сами там, Юля, если... По косарю стоит уже? На геру поэкономить. Короче, минутку отойду, пока смойте всех. Привет, Андрей. Привет. Кто что хочет? Да, что-то сон же пишет. Возьми рогу, врит. Какого, блядь, рогу? Мне нужен пиво. Где он? Вот этого рогу, что ли? Хутик. Я не ебу. Где Хутик офнулся? Зайдет, нет? Хутик, алло. Я говорил, что релог. Захожу уже, захожу. Давай, давай. Один слот, получается. Ты у нас фулги, рейд. Ты, может, группу поставишь? Ты, блядь, давай. Ты тогда... какой групп лут? У нас все ты по этим. Это... Ты тогда кубик нажимай. Ну, да, это по этим, но вы просто отказываетесь от всего. Да, 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 я поставил, ты кубик просто понажимай. Угу. Ты же осколки там собираешь. Да, да. А ты шмотки позабираешь? Кто шмотки за? Я боешки заберу, окей. Это сразу понятно. Осколки я тоже заберу. Ты шмотки заберешь? Да, да, ладно. Все. ДС тоже, да, забираешь? Кого? ДС, ДС. ДС, да, все бое и осколки. Угу. Че, кто-то тело еще какое-то будет, нет? Наритва, можете, пожалуйста, квест это шернуть, пожалуйста? Так, Луксор. Шарните квест. На, квест тебе. Будет третьим танком. Чего? Мне или другому? Луксор, Луксор. Ну там сказала, что 259 у него. Да похую. Может хп больше. Давай. У меня мастерство кап просто. Лапу, пристабав. Вы тут вообще? Бля, опять единственный другой турейди, пиздец, что за хуйня? Да, мне вообще не повезло. Трибанную лапу бафать постоянно. Значит, МТ чью, на него на пул, мы просто с Луксором стоим, чилим рядом. Армазит. Не то у меня макрос был на пыл, сейчас я его вытащу, блядь. Да, подожди, я еще типа рыбку возьму, поставлю. Буду ставить, короче, не берись никто больше. Ставить. Угу. Так и похавали уже, ладно. Он же кидайте за банкой, типа все трейд, я, блядь, не буду каждый босс вам раздавать, заебало. Сейчас кидайте все. Сопрод, да? Кого, блядь? Сопрод. Это кто хочет сопрод? Танку. Танку? Я танку так вот дам. Сопрод. Ну, Синдру там. Че, перестали там тебе кидать? Скажешь, короче, как все. Кидай трейд. Впереди всех стою, Акума. Тебе на хп не надо на первый? Я ЛКш не попью, хватит. Мне кажется, я специально не кину один хут, ничего не дамажишь. Юля. А можно мне как-то в первую пати? Человека.
На ассиста. Юля. Смотрим на Люлю, на ней трусики. Люля стоит чиль. Блять, у нас, я помню, рейд был до этого. Одни зандалары были сейчас. Ни одного зандалара нет? Да, кончились. Тут, если вы чекали, я отходила, извините. Еще раз чекаю. Эдик, ты раздавал фласки, да? Все готовы. Угу. Внимание. Хотел, уже кинуть. Five, отчет four, дал. Бежали. Слушай, отходите там заранее, говорю. Не чилим, не стоим. Вот, я вот это имел в виду. Пол хп уже нет. Кто сдох... На рейнже кто-нибудь стоит хотя бы? Сдохните бы в минусах, я. Я постою, все, без проблем, я постою. Bone Storm cast. Так, сейчас закончится вихрь. Ставим звездочку. Тело там какое-то еще подойдет. С 25-й слот. Сзади шип. Шип РДД разбейте, развернитесь. В огне шип. Сегодня Квак молчит. Квак, ты тут вообще? Тут, тут. Да я тащу этого демона вонючего. Ну говно не говно. Говорят, заебись, дамаг. Говорить могут. Я сравниваю не с тем, что был раньше у демона, а сравниваю с детством. У нас еще рывок. Последний. Подходим под ебало. Приведу немного. Ага. Ладно, шип. РДД, разбейте звездочку. Bone Storm cast.
Много что-то пьем, да? Угу. Это просто топ ДД на шипах, и их не бьют. Из-за этого так долго. Дик, закинь Иннер, пожалуйста. Заканчивается вихрь. За спину заходите. Сразу дальше бежим. Там квест на Дурнована не забудьте взять. От шмота отказываюсь. Я с этим Малвуи даже не вижу кнопки отказаться, сука. Вот я говорил, нахуй это Луи надо. Да нет, аддон очень хороший, нужно к нему привыкнуть. Во-первых, настроить все так, как тебе удобно. Во-вторых, привыкнуть. Аддон хороший. Пору нет. Иди, а как там баф называется-то у меня после того, что я клиент перестану сбросить? Лол. Сила во. А можешь кому-нибудь там с большой буквы там? Да тогда бейте, поможешь. Да. Ты подойдешь, я тебе кину, просто сам почитай. А вот. Бачит. Я не могу тебе его кидать в совете, по-моему. Что, ты уже скидал или нет? Нет. Сейчас, ну, я тебе говорю, макрос на фокус не работает. С этой хуйней. Типа, я только таргет не могу, типа, таргет не могу. Кинь, у меня один раз отобразился, что у меня все равно, ну, правильно настроено. Сейчас, откатится, да. Угу. Еще куда-нибудь прошло. Блядь. Черт. Ай, блядь. Хорош. Вот помощник, помощник в рейд ушел, да? Ясно, нахуй. Вставайте. Не лежите. Так, не как ты так спулил, что у тебя и пачка, и помощники, и ты еще туда ушел? Там сначала помощник, спулили потом пачку. Чем могу помочь? Мелики не подходите. Помощника давите сначала. Он кружок на нем стоит. Че? Да, все работает. Как у меня хлебом убил, если я далеко от него был? Ну, другого помощника РДД бейте. Помощник там, или добили уже. Добили. Ну ты его агрил, как я помню. Я только... Ну, вот где я спиной куда стою, там помощника ты забрал. Вон там сейчас помощник еще стоит один. Тут помощник, не подходите. Сейчас я его отведу. Угу. Метку поставлю, звездочку. Так, отпустишь меня после леди за кофе, ладно? Я вообще ничего не успела перед РТ. Пока трэш бьете. Да, да. Так, массакру дал.
Может, и 4, да? Хотя, похоже, нормально. Не давал? Нет. Сейчас. Ну, теперь можешь дать. Баф эти бафы, пока моба добивают. Рыбку-то ставит. Сейчас поставлю. Вот рыба. Скажите, баф, пожалуйста, сейчас я отлагаю. Это меня. Ошибку убил. Так, значит. Я где звездочка танчу? Чью ты танчишь, где кружок? Ондра, Ондра. Гриппой всех мобов с лестницы в звездочку ко мне. Вторая, четвертая пати, где звездочка бьете. Хутик и стокс конкретно на войды напуливаете со стороны звездочки. Вот на себя звездочку поставил, сюда звездочку напуливаете на звездочку. Ну а чё у тебя там три моба будет? В первый пул вообще два моба. Дарнован, Луксор. Отводишь сам таун, там сам покаяние даешь. Если вдруг какие-то проблемы будут, так он закрыт. Окей, хорошо. Квест все взяли на Дурнована? Да, кто контролит? Предложу. Я покаяние дам. Он не шарится. У нас магия есть. Да, вот его нельзя шарнуть, идите возьмите пока. Кто там, Эрза, заходишь, нет? Акума где? Да, сейчас будем. Сейчас 30 секунд в кафе в туалет схожу. Без Акумы нельзя, у него 3% наши. Нет, вести. Махнуться боитесь? Босса. А у нас что, шипа ни одного нету? Я вообще пизда, нахуй. В первом рейде 5, во втором ни одного. Ну, следующий раз два шипа пойдут в первый, остальные нахуй на второй пойдут. Сразу, сходу, нахуй. Прям паролят, нахуй, и все просто, блядь. Просто паролят, блядь, место и все. Не пойдут во второй ебашить. Вот я бы уже кофе успел сделать. Я сижу, еще засыпаю, во-первых. Пить хочу уже минут 10. Ну так хули, это же вы так ломанулись все в первый рейд. Думаете, там медом намазано? Надо уравнивать рейды делать. Не будет такого. Мы постараемся, хули. Ты имеешь в виду, не постараемся. Уравнять рейды, ты имеешь в виду, не получится? Я к тому, что типа есть люди, которые против уравнивания рейдов. Ну, типа, есть люди, которые считают, что первый рейд — это первый рейд, и он самый сильный второй рейд — это отбросы, которые либо не успели на РТ, либо слабо играют. Mm. Это просто наебанутейшая тактика. Да не нет. Буду я называть. Ники? Нет, так больше я не к будет. Тому, что, типа, сейчас контент уже освоен, и давно уже пора было равнять два рейда. Типа, слабеньких с сильными мешать и так далее. И разницы нет, кто РЛ, блядь, где какой состав и так далее. Ваничела отброс. В ХМ, да, в ХМ пойдут только сильные. Это понятно, но один рейд ХМ сейчас. Да, отброс на месте, нахуй. Акума, ты тут? Пизда, нахуй, ну что за хуйня? Он говорил что-то, нет? Что-то я пропустил там. Так чат не умрет. Писал. Ну не умрет, это понятно. Рит. Все, это самое, пуляйте босса. Первая, третья. Да, Аквакумы нету. Да сука, пуляйте босса, нахуй. Заебали. Ждать, нахуй. Сколько ждать можно, нахуй? 5 часов тут сидеть собрались. Первая, третья. Куда он ушел-то вообще? Не ебу. Первая, третья слева. Вторая, четвертая справа. Он все равно дает баф на хит, нет? Уже в комнате. Нет, не он бить через вешает, что-то должен. Вешает там. Все, я поняла, да. Все, ебашим. Работаем. Да? Одного ШП и одного сова?
Че он уже кастует, ебашит. На него, шип. Че за пиздеж, нахуй? Дерновон. Дай похуй на него. Киньте тогда уже шип. Сейчас его отведут, да, блядь. На него кто-то шип кинул. Сейчас отведут его, блядь. Луксор, стопай дамаг, иди отводи. Сейчас он выйдет с контроля, отводи. Вот, и дашь покаяние там. Если покаяние КД... Ну, оно уже в КД. Но я подержу, короче. Стой, чиль тогда, но... Третью ауру поставлю, раз у вас нету, блядь. Два вызова трэша, походу, будет. Не больше. Так, спасибо, что грипнул, братан. А вот, сюда грипнул. Так, забрал. Чё? Слева и быстрее трэш, что за хуйня, живой трэш стоит. Переродиться ещё. Да похую. Разобите, кто там, милики или кто? Идите разобите. Да, милики. Милики, идите разобите моба, блядь. Ромбик поставил. Ты не в силах противиться моей воле. Еще пачку ебанем. Да, ну да, Халиста. Невосприимчивость, невосприимчивость, охуеть. Бобли был. Так, мобов разъебываем. Слева что за хуйня? Идите, помогите слева. Давайте Геру переводим. Есть встать. Есть, вставай. Давай, Геру даем. Бавка нему. Геру. Раз, два, три, сука, шаманы нахуй. Геру, колют, блядь, дай Геру. Чё за параша нахуй? Чью первый забирай? Full DPS. Spirits. Духи, отходите от них, блядь. Вот видите, бежит, блядь. Видите, как надо бегать, нахуй. Spirits. Верл, ты такой крутой. Ебать, не надо, нахуй. Вон, контрольте там. Даже я захотел. Пиздец вообще, нахуй. Так, короче, забираем. Сейчас смотрите, на Войда все три роги на пул даете. Отдал крылья, забрал босса, набирал бро. Давайте роги на пулчик. Разок, один раз чисто. А второй раз уже когда чью заберет, на чью на пул. Там один хуй он Бейси догоняет. Он босс идет. А. Как скинет? Сейчас похую, они как бы одного бьют. Это для Геры более важно, что они, видишь, по площади бьют в Гере. И там Геры там. А, скинь идут по одному бьют, похую это. Да. Нет, кстати, есть так же, просто они. Я, блядь, отбегаю. Сейчас могу. О, Валера, я пытался нахуй. Куда ты вы его в лос увели? Да я, блядь, хотел вокруг колонны оббежать, блядь. Там просто Эрза был в миллизоне, я думал, блядь, спасти его, блядь. Да ладно, похуй. Все, сразу на лифт садимся. А квест даем, не забывайте квест дать. Че там за хуйня? Кубик. 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 Нет, пылить ничего не надо, отказывайтесь. Так, смотрим, багруха нахуй выпадает. Ебать. А, это шмотка нахуй с босса. Ой, блядь, за косарь упал. Как всегда. Ну, я схожу за кофейком, зацеплюсь за кого-то. Иди. Быстро. Одна нога здесь, другая там, да? Да. Да, сучка. Куда вы пошли? Ебать повыпадало там боешек вам, сука. Давай Терреля всегда бьем. Бейте, бейте. Конечно. 15 секунд бить, нахуй, не обломитесь.
АФКшить не обламываемся, значит и побить не обломаемся. За бебочку зацеплюсь. Беба, не жми спринт так. Пошли дракона искать. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Мы будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию. Сука, ебаный дракон, нахуй, ты будешь ходить сегодня или нет? Доебал. Он вообще не двигается, чё за хуйня? Не стану давить. Ясно. Мне сейчас... А, вот так, чтоб во фрейме были эти петухи. Это вообще побежал, блядь. Короче, до кого бог пошлет, сокрудал. Просто так. ФЦ, ФЦ, блядь. Бежим на корабль. Ты туда летаешь, я тут чилю. На нашем корабле чилить оставайтесь. Три роги, в принципе, оставайтесь, нахуй, и все. На войду, на пулете, ПКД. Остальные все ранцы туда летаем. Чем быстрее мага убьете, тем быстрее босса убьем. Я для подстраховки взял ранец. Так. Запускаем. Пока корабль, давай эту хуйню разролим, нахуй. Так, вот это надо кому-то? Так, распылась. На танк уже... Ловкость, скорость. Колют. 10. Так, отложил. На энх хорошая. Вот эта хуйня надо кому-то? Колют, обмен кидай звездочки. Так, колют минус 10. Ты чё, всё мне кидай, я буду пылить. Да, ну пока это. Вопрос такой, я ж по идее вообще сегодня ничего не смогу стролить, так? Кто? Кто говорит? А у тебя ЕП есть? Хутик, ну я только первый раз за все время с вами получилось не в рейд идти. Если никому ничего не надо, заберешь что-нибудь. Ну смотри, в принципе можно ему отдать, но это уже этот... Как мы там отдаем? Ну, по мейну вроде роги нормально кольцо, да? А, то есть по мейну роги. Нет, это не идет. Я просто спросил на будущее, если что. Ну там посмотрим, что выпадет, там посмотрим. Тут вообще мало кому что надо, бабочки. Там это самое, вон стену ледяной стали, цитадели, блядь, я линканул, блядь. Надо кому-то, нет, этот щит. О, в спек там, 103-й спек там, кто знает. Ясно, никому не надо. Сталы идут в ГБ на масло. Сколько, сука, раз вам повторять, ребят? Кристаллы... Не себе забираю кристаллы. Не да. Себе! Да, кристаллы идут на масло. На гильдию Юля делает. А буешки 200-е тоже? Нет, боешки себе забирайте. Кто снидит? Кто снизит боешки, все тоже ГБ идут. 200-й, он спрашивает. А, 200-й? Да. Масло берут офицеры. Будешь офицером, будешь получать масло. Это не только офицеры, если кто-то просит. Ну, и такое тоже. Но если за ГП, то... Вообще со своими ходят. Сейчас на сурке глянем, сколько ДПС у рейда. Надеюсь, 300 тысяч есть. Но... Хуёвая идея, Андрей.
Андрей сегодня молчит? Ну, на прошлый рейд запизделся. Вообще, говорю. Напизделся на прошлом рейде. Этот молчит, видишь, заебался. Не просто музон слушает, чилит, может. Может, осколки не падают, поэтому грустный. Сколько хп у кораблей? Кто нас этим не показывает? Так. Не знаю. Лям 800-400. А в процентах? В процентах? А где, кстати, 46. 43%. Я, наверное, до конца смогу. Наверное. Да, сможешь. Где вы вообще посмотреть хп кораблей? Около мини-карты. Ой, Люля. Нихуя. Топовый дом. Я... Да не, нормально, потому что он не настроил. Именно это, да. Там отображение надо настроить. Окей. Потом скажешь, а где хилить, а где воин на хп, блядь? Как хилить, блядь? Ну, ничего не изменилось. Я наверху. Если надо зубы, слышишь, суслик, я тебе кину, скажи только. Суслик. Каждый суслик агроном. Под прожимками уже пол хп сносит. Сколько там хп? Сюрприз, блядь. Ну еще маг будет, нахуй. Сколько там стаков у этого пидора? 64. Ну смотрите жестко на его хильте. Это самое. Давай рит тотем. ХПшка. ХПшка гимноману ебашь. Ману хпалом надо подрезать. Акума, ты в пушке, да? Заебись, охуенно. Надо бы по глю ману резнуть. Ну, зубы, Юль, дай. Все, просто оверхильте его, два хпала. Он стопом. Ага, все нормально. А у тебя не зыбка есть еще? Ну, я свои зыбки. Уже 90 тысяч осталось. Там можешь уже давать не зыбку уже. Сейчас уже пушки добьют. А кто не успел, не виноват. Там 70 тысяч, сейчас пушки с одной тычки добьют. Ну, сука. На, нахуй. Андрей, ты чё молчишь? Да ну, как молчит? Он джакузи, наверное. Он когда умирать будет, нахуй балом в пол, тогда будет пиздеть. А так он ротацию соблюдает. Видишь, первый по ДПС, кстати. Специально, чтобы будет покричал. В смысле? Да, она специально, чтобы я к тебе приставала. Да, по-любому. Ну это тоже приятно, полезно. Так, ДС ты нажимаешь, а крестик нажимаешь. Блять. Ты ДС там не распылил, нет? Сука. Ты отказался нажал ДС? Иди поставь мед, поставь этот мейнлут на себе. Чё, ты ДС отказался? Ладно, сейчас. Блять, ёбаный в рот. Я поэтому, вот по этой хуйне, я и хожу, блять. Что-то у меня кнопка на комп сместилась, и я хуй знаю. Мне так проще, нахуй. Я забрал, уже, блядь, босса запускал. Дай на меня лутера или осколок мне просто перенеси. Да, я тебе передам. Ты что увидишь. Да, я поэтому заволновался. За осколок. Я понял, нахуй. Ну, я первую страницу просто забирал, блядь, смотрю на второй осколок. Ясно. Я не знаю, что за хуйня была. Я нажимал на... Ладно, обратно. Какой у тебя уже? 11. Этот, кто-то в ДД там из хилов один может спекнуться. Кто пойдет? Так они вроде там дешевые, они там сколько? 7 тысяч стоит. Козябр, готов? А, да. Запускаем. Кто-то в ДД пойдет с этих, как они называются, блядь? Хилы. Ну или ДЦ, да. У кого там спек есть? ХПшка есть у тебя спек, блядь? Дайте каску по ДК. Короче, похуй. Я умер. Рыбку ешь, те, кто умирал. Каску. Минута до пуга. Чат напишу. Не дают. Дают. Можно? Что не дают? Дайте каску. 4 пала. Халиста, ты тут, братан? Да, вы что, типа рофлите? Никто из четырех не может отдать. Каску дает Халиста. Вот конкретно вам спалил его ник. Его ходит пулипауэр просто, нет. Вопросы к Халисте, да, дайте, блядь. Дайте ебучую каску, нахуй.
8%. По ДК дай каску холиста, нет, ты даже тут. Я не могу. Хуярим, ну, и в ПМ. А может я пока постою на этом боссе? Славик, дай ты! Я тоже постою, чё. Дайте в какой-нибудь кто. Пизда, блядь. Вот-вот. Я просто баф попросил. Там 10 секунд вроде до пула. Я 4 сдавал, блядь. Баф ли каску-то? Я не вижу. Да какая разница? Дайте сейчас ему каску. Фрики ебаные нахуй. Просто минусани всем палам и себе тоже, Славик. Заебали. Причем здесь все палы? Он не скачал аддон, мы-то чё? Ну, типа, да он вообще похож. Можно было на ДК дать каску любому паладину. Я в Дискорде пишу, типа, в чате пишу, он настолько похуй, типа. Дайте Сальву ПР. Я не знаю. Сальву ПР задайте. Может, с нами бот, всё нормально. Халиста, ты тут в Дисе? Чего еще раз не слышно ни хрена? Хреновый. Хреновый ему говорит. А, это он хотел вообще свалить после резки. Я не вижу дебаф там на себе. А, через работу вижу. Ну, если ему плохо, я спикнусь и впало. Слышь, а ты у меня обратно босса забрал, что что-то не могу вкурить? Может быть. Ты стопай там. Починить хочешь, я обрез там хочу спикнуть, если что. Ты руники там стопай, когда я забираю. Ну просто этот забагался фрейм. Как долго пьем? Открывай там портал. На чум. У меня опять ДПС падает, он закомнуться. 302 тысячи. Ну, 22,5 должно было быть. У меня 22,4 у квака. Ролится у тебя осколок Ондро? Да, все заебись. Если что-то не так, я сразу скажу. Токены, нажимайте кубик кому надо. Похороним тебя. Колёд кто накрутил-то? Африк первый. 0% потреш, понял. 2к урона был. Ну я кваку пиай кидала. Пошли на чумку. Он бы все равно даже без пиай был первый. К слову, танк первый потрешил, кто накрутил. Или нет? Да, я тебе кидал. Да, это понимаю, что такие цифры. Вот это да. Телепорт работает. Портуйтесь быстрее, на чумку идем.
Просто крутили по трэшу, говорит. Смотрю, танк первый по трэшу, понял. Серьезно? Ага. Крутили, пацаны. Хотели проверять ДПС рейда. У кого 22,5 скиньте, пожалуйста. Если нет, то мы свой скинем. У меня он тоже падает. Уже 22,4 максимально. Диспельте я вот издалека вижу. Ага. Будет в полете диспелит. Смотри, там Т4 можешь дать. Откатится до собаки. Следователь чумы ебаная, блядь. Иди сюда, сука. А тебе стан, блядь. Чё, никого не сохранился с 22,5 ДПС? Не знаю, ребят, есть у кого 22,5? Первое место. 22,4. А, Еба, говорит, я скинул. Нормально. Да, вот он правильный. Спасибо, Бебчик. А, типа он говнорейд подписал, потому что типа армсайвер или что? Или кота, да? Говнорейд это когда меньше 350 тысяч ДПС, блядь. Я правильно понял или как? У нас что, вчера говнорейд был, получается? Или что? Да, получается. 370 было. 347, по-моему. Правда? Казалось меньше. По-моему, да. Вчера, по-моему, намного больше было. Ну, не знаю, посмотрите скрин. 300 ровно, что-то такое. 302 тысячи. Это 5 вы закидываете без общего, да. У меня 302 тысячи. Даже вот тот, который у нас, не показывает общий. Сейчас 300. У нас сейчас 307 тысяч было. Нет, 308 у меня показывает. Ладно, так, пусть... Ну, 307,8, да. Пусть с ним 310 было, нормально, успокойтесь. Клича убьем, ебать. Я говорю, меня вчерашний интересует. Сегодняшний. Так, идет собака матерая. Проверка хилов. Вонючка. Мелкому дал стан. Короче, первую массакру я дам на первое истребление. Потом на второе ты дашь. Так, даю массакру. Я хочу ленточку вонючки. Я считаю, надо это создать прелесть, на фронте. Ленточка вонючка, а это вонючка. Новая будет. Да. Всех пусть будут прелести, у меня вонючки. А, на минуту отошел. Так. На, готовь Т4. Беловое говно. Давай, Т4. Нормальный аддон, я вот привыкаю, сижу, Адель. Заебал, не ной. Я смотрю, у меня глаза болят. У меня тоже, мне пиздец плохо, но я привыкаю. Лучше ВАшками всё делаю. Ева, пиздец ты токсик, провокатор. Так, это гнев небес, Луксор, пропиши там. Так, ну мне не откатилось еще так, что это. А вот есть, в принципе, да. Там уже. На следующее, короче, истребление глю даже. А там я. Ну кто-то, да. Кто-то, дайте, похуй, кто-то.
Чисто на мелких. Забегайте, пока мы бьем ловушки. Да, в принципе, вон сбегайте на спринтах, дорога один направо, другой налево. Да, можете активировать они. Да, да, активируйте. Танку репу качаем. Танк ебанул гнев. Покачай репу. И вторую ловушку тоже. 8 тысяч штук. Сколько я имел в виду? Ну, из 20, я думаю. Mm-hmm. А вторую сторону активировали? Направо. Ну, вроде, да. Все, пошли на тухло. Два тела резайте, бегите сразу. Хуже, эти хостовые паладины, не угонишься с рез. Угу. Своими 400 хосты. 10 икон костой. Ну да, у меня 400. С чем тебе больше? Сейчас палму. Сту сильно не вбиваются из-за Т4. Сколько сейчас? Зачем надо цепь 120? Если и так ГКД 1 секунда. Даже меньше. А мы тестили кста. Давно. Крысам. Посрать на него. Что ты кидаешь? Да. Ставчик, можно в Мелизоне поиграю? Да, да. Так, сука, подвисла. Секунду. Сейчас бафну, ребят. Так, этот самый... ХПшка в звезде, рит в кружке, одну под босса, чу первый, три на пула на чу даете. Давай вставай, я чу дашь тогда. Сейчас. Чё с третьей аурой, блять, ладно. Я... Есть третья аура у кого-то? А, вот есть. Давай отчет. Все готовы, бля. 5, 4, 3, 2, 1. Какая такая озвучка-то? Это тут личная озвучка у кого-то, блядь. Ну что, мелики, выносить будем или пей снимаем, пока сварю каждому? Так первый зачем? Минус два. Как и в прошлом рейде, то же самое. Даунч. Хутик, Неру ЗТВ. Если что, там милики, первая, вторая патия. Одна спора в кружке, одна в звезде, одна под боссом должна быть. Споры разносите. Ну, нормально. Вот я, короче, каплю там дам. За 12 секунд доедкой. Т4 я дам. Каст. Ну ты наедку оставь, Т4. Хотя бы половину. Там массакру добавлю. А как это неудобно, Андрей? Это просто пиздец. Так, на мне спора. Остальные две в звезду и в кружок. Вот, нормально. 15 секунд доедка. Сейчас тебе дам каплю. Все, дал каплю тебе. Сейчас на кастмас сокру добавлю. Даем прожимки.
Забираю. Все, Войда хильте. Два хапала частицы на Войда перевешите. Можно сбегать уже, блин. Вот это хуёво, взорваться можешь. Это. Нет. Переключи стойку. Чтобы не срывать с меня. Да я тебе еще. Да, я смотрю на бали. Солевую дал. Так, ты на боешку нажимаешь на вот эту, как она называется? Конечно, конечно. Ага. Тебя... Табличку закроем. Бегите там. Так. Шкаф поставьте на этом. Как он называется? На гнилом. Так, а я ДС почему-то сролил какой-то. А, это же с кораблей я забрал, точно. Да, это да. Ебаните шкаф. Шкаф, шкаф, шкаф. Тык. Тык на Сумон. Ты на боссе, я на слизнях. Феникс, ты где? Ищите рыбу. Фулл баф по магу. Кто рыбу поел? Чего вы там пишете? Калют тут? Все готовы?
там скоро вы разъебете. Я долго пьем. Так, АДС нажимаешь. Сука, эти запы ебаные, хочу на Иршаму, нахуй, говно, блядь. Не падает, блядь. Из Геры хочу запы. Духовые с критом. Типа, вообще... На плане, да? Нет, ну представь. Я ВХ хочу, дайте ВХ. Пошли на профа. Что СРС, норм? Не надо мне СРСки. Мне надо с ХМ, с ЦЛК. СХМ уже нет, и вообще не надо духовно. Сейчас пока продавать не будем. Сейчас так, пока да. Эта хуйня закрывается. Какая проходка, блядь? Этот. Как он называется? Пока эта хуйня закрытая, двери, блядь, сейчас одну шмотку или две линкану вам. Вот эта хуйня надо кому-то? Кутик. А, нет, урон. Дальше, вот эта хуйня надо кому-то? Пышка обмен. И вот эта хуйня. Чисто бесплатно, не билунку отдам. Если кому-то надо, трансмод. Кольцо за 10 хп заберу. Давай обмен. ХПшка и обмен. ХПшка и чью? Поймем, здесь. Да, раненьшу травму. А, ну вон, надо Фениксу. Сука, ну обмен Войду, ну. Прок у Нибелунга вообще стоит того или нет? Чё, Фениксу тогда? Нет, он вообще не прокает. Если прокнет, нанесет 200 урона, дай бог. Отмени рит этому, чью Фениксу минус 10. Он кольцо не захотел. Все, это пока раскинул. Нибелунг надо было кому-то, нет? А, ХПшка? Она попозже уже тогда. Да, попозже. Так, я в кукле, ты на боссе, чек на пул. Молитесь, пожалуйста, ранить травму, Войд. Ты сейчас ее тестить будешь? Да. Ты шестый хило хочешь или что? Или кто-то в ДД спит? А, похуй, что там, еле 15к пукаю, блядь. Дайте шкаф. О, углю ретрикой. Респект. Дайте шкаф. Вы как будто спите, ребята, но нету человека здесь, надо сумнуть. Юля, ты где? Давай обмен ХПшка. На эту парашу. И... Блять, вы будете обмен кидать или нет? Что так сложно Войда найти тыкнуть? ХПшка. Пиздец. Пустите Христа ради. Так, он дранат ЕДС. Сразу. С кораблей. Кума на эту хуйню. Юля, тебя можно просить только в двух случаях. Либо ты беременна, либо ты бухаешь. Нет. То и не другое. Давайте принимаем быстрее. Значит, барабос, СС на Луксора. Это кто сейчас по мне дал? Спейси, СС на Глю, Квакозябр на Халисту. А Ванищелла с Касту и оставь СС. Кто по мне дал? Барабос, тогда с... кто там, блядь? Спейси на Глю, Квакозябр на Халисту, а Ванечелла по Луксору, да, СС? Прям сейчас. Прям сейчас. Прям да, сейчас. На Халисту. Прям сейчас, похуй. Сдохнут, минус, блядь, получат. Так, отчет. И походать некому, блядь, куклу, сука. Некому, блядь. А, нихуя. В шоколаде получается. А, не, хуй тебе, я омоложение на панель не вынес. Я понял, блядь. Sorry, ясно, sorry. Отходите, служи. Лизоня. Я не знаю, нахуй, надо как-то подрастянуть, нахуй, раги не будет на плевок, нахуй. Быстро выпить ее, пизда будет.
Это уже призыв, нахуй. Я тебя буду бульдом цеплять. Ну так а хули, у меня раги нету уже, нахуй. Так, плюнул. Ну, нормально. Повезло, что он миликов выбрал, а не вас, пошел сразу. Хуярьте. Там моя колба, если чё, нахуй. Пельмени. Сейчас колба будет. Колба. Так, красный РДД готовимся, скоро будет. Мешки. Так, блядь, ДБМ что-то вообще молчит. Давайте, ебашьте, смотрите какого глазами. Какой ДБМ? Смотрите, что происходит глазами и все. Он красный, бегите. На колбу только не набеги, там колбы скоро появятся через колбы секунду. Пельмени. Если будет хуёвая ситуация, Глюса Круз дашь. Так, лужа появилась. Сейчас зеленый будет. Менее есть чё. Добивайте зеленого. Юлька, что у тебя с маной? Заебись. Да, ну типа все ок. Красный. Для меня. Так, что там процентаж у профа? РДД переводите профа. Вот в колбах прям бегает цель красного. Сейчас смотри, взрыв. Повезло, блять, убежал. Переводите профа сразу. Красного только добейте, задотайте. Перекастовывает, отойдите, милики. Так, я в него плевок успел дать, там на нем висит, на нем 200 тысяч. А вот сейчас догрызу дота. Нормально. Бесы стреляют. Бесы вообще дикие, но. Так, милишники возьмутся. Ладно. Под зеленого поверну в ту сторону. Я первый диван стою. Луксор. Да, да, Луксор первый. Хотя, ладно, разверну, нормально. А, давай отсюда пойдем. По чилу, да? Да, да. По чилу дать не буду. Я скажу, когда. Так макросы не сделал, опять меня. Все бафы себе снимать. Так, скоро колбы там вроде не было еще. Так. Колба 2 секунды. Или 3. Вот колба. 400. 400. Так, забирай. Забираю. Диван будет. Давай почью Луксор. Не. Ебать, ебать, он отхиливается, нихуя. Не ловите пельмени, кончилыги. Да, блядь, ДБМ вообще молчит. Конечно. Ну а я тебе для чего? А чё я сейчас не анонсил? Смотрите ты глазами, сука, на пельмени сами, блядь, привыкайте к этой хуйне, нахуй, как в детском саду, блядь. Ну так. Глазами, глазами, ребята. Чё за хуйня? Глазами, да, Войт? Ну, пельмени. Колба, отходим. Так, 4. 4 должны добить мы. 7, блядь. Не, он отхилится, проф, не давай, не надо. Он отхилится. Добьете так. Выходите, только не падайте, блядь, пельмени отходите.
Эти, как они? У нас нету перемен. Т4. На четвертом, да, Т4 наш просто. Я массакру добавлю. Теперь пельмени. Да, добьете нормально. Два стака только. Лям. Колба секунду. Отходим. Ведь добили. Тварь ебаная, сука. Че как колба? Охуенно, блять. Затестил нахуй. Пиздец, блядь. Бежим на совет. На токены вот эти Т10 нажимайте кубики. Кому надо их носить. Бля, я от этой хуйни отказался. Да и похуй, пускай босс лежит. Ебаная пуха. Блять. Нажимал кто-то на эту пуху? Или распылитель, или что-нибудь такое, нахуй? Чтобы этот кристалл получить. Короче, нажимать мне это нужно, или что, на всякий случай? А, нет, тоже нажимали. Это... Просто что оно в бусе останется. Лучше никогда не надо. Не вводим это. Нет. Все, вот я вижу этот самый... Корбин Даллас нажал, блять, мне это нужно. Все, там Юлия Дашина распылит эту хуйню. Чтоб кристалл был хотя бы, хоть что-то полезное от этой пухи, блять. Кто? Нет, еще раз, можно не кто? Корбин Даллас. Корбин Даллас. Ну, вторая пати, да. Вар, блять. Я, короче, пойду, то что ага. Все, я уже не могу. Это Халиста? Да, да. Так, что там, сколько мы боссов убили? Сейчас спектр смотришь. 4 плюс 3, 7, да? Ну, плохо себя человек чувствует. Хорошо, отпустите. Хорошо. Все понятно. Не спекаться, Луксор. Сейчас, погоди, подумаем. Или Эрдру добавим. Так, 700 я тебе дал, можешь идти. Какие Корбан дал? Пусть лучше в Эрдру остается. Не-не, я в рестере останусь. Басовой нету. Давайте все. С бафа хита вообще нет. Кстати, хита нет. Давай, выздоравливай. Спасибо. Давай, Луксор, тогда это самое, а совы лучше. Ты чтобы... сейчас был в Эрдру, Надик, да? Да. Сейчас пострю свою рапёрку. Сова нам... Сова действительно нужна. 3% меткости. Два раза промахнулся, похуй. Я два раза промахнулся с 9%. Так-то... Не, надо. Так-то как у тебя, похуй. Допустим, есть спилы, которые там без КД, у меня спел полчаса КД. Ой, полминуты. Если я промахиваюсь, у меня минус ДПС есть. Салют, сейчас он не кидал, потому что он был в Эрдру. Я понял, поэтому говорю, пускай спекается. Нам нужен либо ШП, либо Сова. Хочу, там ШП, нету ШП, я не знаю. С учетом ШП, либо Совы, приедет, правильно? Ну все, джедотка, на следующий КД ты пойдешь, блядь, во второй рейд с ШПшником, блядь, а в первый ДК. Угу. А как я осколки буду собирать? Я хуй знаю, так же, блядь. Там Арислин. Ну, значит, Арислин во второй рейд пойдет без проблем. Ну Шакли. Да, можно. Да, без проблем. Я Шакли. Ну, это если да. Ему без проблем. Ну, подождите, мастер-класс, давай. Просто брать? Подходишь и звезду шаклишь. Окей, он просто... Он всех так же тактиков, вот сейчас метки на них раскидаю. Блять, сейчас, ладно. А кто не уже подведу. Прожал? Просто... Все, второго войди. Сразу в смысле? Все, кончилось мое это. Давай, иди вон, ромбы квадрат, ой, квадрат, печенька. Че по одному выбить? Ты заебал, я сейчас пол комнаты загрю. Ничего ты не загрю. ХПшка, давай, стенке, и загрю. ХПшка. Сейчас вот к этому столбику подойди и вообще нормально. Третьего давай. Что? Ты победитель. Бай. Я не буду делать так. Юля, просто... Просто плюс ЕП, да. Я баба единственная. Так, ну чё ты на келе, короче? Я на двоих. Он ведь так и не зашел, покупатель, он тебе ничего не писал. Не хуй знает, я Дис не смотрел. В Дисе он мне не писал, в игре тоже. А у тебя есть его ник? Немза. Ну, английский. Типа написать, я типа нет. Я не то что на вы с английским. Враги злейшие. Рики, стойте с стороны стены, чтоб вас другой пак не откинул. Как сейчас. Ебать.
пишешь ник? Авчик. Короче, N английская, потом буква E, потом... Сейчас, подожди, подожди, не так быстро. N. N, E. N дальше. M, 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 буква M. Мороженое. Так, подожди, нем, дальше. Да, так, потом буква Z, буква Z. Дальше. Потом А, буква А. М за, дальше. Все. М за? Да, это ник друида. Он в онлайне, так. Вот скажи, на совет подходит. Куда вы ничел оделся? И вообще, что за хуйня? Где еще люди, блядь? И зайдет кто-то? Так, сейчас гнев тебе с этим пидором дам. Советника заберу. Он там? Он говорит, хорошо, хорошо, я пока квесты делаю. Ола. Говорю, напишу, как синдром убьем. А ему только лично? Да, ты, клятва, по-моему, да? Типа 8 искает, и ебать, сколько фласок. Да. Один рейд. Один вечер на леди, нахуй. 4 часа. Сколько кто-то до хера отдает 80к? Полтинник стоил. Фласки, когда? Сука. По 1000. Ну вот у нас недавно, когда Вен забыл, чувак тиканул, купил за полтинник. Проходка. Арен в десятку попал в полтинник. Все, забейте. Еще бы он упал. Что проходка? Мы клятву же продаем пуху. Клятва, еще бы упала она, блядь. Да. А что за пуха, клятва? Ну, древковая. Древковая? Разве? Да. Это не хата разве не называется? На хила? Нет. Какой хила? Кота. Ладно. А, на кота. Что за кота игра? Что, ну вот это друид. Иди в пизду, я ничего не поняла, чего вообще базарим? Все разные говорят. Теренос, Теренос. Да. Теренос, да. Да, кроме Тереноски ничего не знаю, посрать. Летва, Теренос. Где, сука, прилив. Ваничелла, блядь? Дай рыбу. Дай рыбу. Поставлю. дай рыбу, блядь. Ешьте рыбку. Жрите рыбу. Рыбу. Рыбку. Рыбку. Так никто же не умирал. Давай, Войт, все говорить с правильным ударением. Что мы вот как... Орка, идем без каски, так и идем без каски. Ну, по крайней мере, надо так точно. Сейчас, кстати, нахуй на мне... Орка, это артист. Я не могу, я вот не могу. Ебать. Не сказать, какие вы уроды, блядь. Давай, это Луксор, хуйня. Дай ты каску бафы, я кулаки. У меня этот, вкачанные кулаки. Перемени. На каску. Сейчас поменяю. Хорош. У нас там хан какой-то гильдии. Короче... По пристам тоже дайте, а то у меня типа прото. Или я тебе кулак дал, нахуй. Нормально? Блин, дайте. Нет, дайте каску. Да я раздам каску. Там Луксор дает, не очкуйте. О, дали, сейчас дали, все дали. Будет. Луксор работает. Все, у нас всех есть. Вы видите, блядь? Командная игра, нахуй. Андрей, можно было раньше сказать? Не, я ждал, сколько времени пройдет. Так, блядь, Халиста ушел. Тебя не забафали, я так понимаю, да? Да, вообще похую. Все, короче, даю макрос, ебать. 3 роги на Войда на пул, 2 моба. Талдаром, Валанар. Вот этих пидоров, бои. Давай. Ики лезет, да? Блять, ушел моб, сука, что за хуйня? Да отдай сюда, блять, Эрза, нахуй. Блять, на пулы были, нет? Алло, работаем. Да пиздец, ну куда? Че вы срываете? Вот, пишет ДБМ, съебите. ДБМ пишет, съебите от других игроков. Прям так и видел, я написал. Он там прям пишет. Съебите от других игроков написано. Ну я танк, я не могу съебать, блядь. Так что сори. Ну на Валанаре вроде. Набрал. Чё я там? Ты
Заебал. Какой Валанар? Валанар. Как ты его назвал? Вот сегодня какое пиво было? Шишка. Пива ничего. Девяточка, шестерочка. С шишками. Пиво из шишек, нахуй. Просто, я как-то YouTube, короче, открываю. Нефильтрованное, может. Да, нефильтрованное, ну то есть темное. Самодельное, да, такое, янтарное, блядь. Короче, открываю как-то YouTube, когда тема с фишкой. А иди чуть дальше, чё? Я хочу куда? 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 На сферы вот эти вот? Сюда? На, кинетика назад. Нажимай, мор, похуй. Я там немного набрал, смотри. А, ты на келесе? Этот. Короче, как-то тема с шишками пошла, и я такой открываю на ютубе пиво и шишек нахуй, и там мужик такой сидит, говорит, рассказывает, блядь, говорит, сегодня на базаре взял пиво нахуй, такой хуяк, и жена там у него рядом стоит, то ли она снимает на камеру, то ли чё, блядь, и он такой говорит, блядь, говорит, жена, и короче, и он открывает такой, хуяк такой глоток делает, блядь, говорит, заебись, говорит, пиво из шишек нахуй. Посмотрите видос на ютубе. Значит, это не ты был доволен. Да, пиздец, ебать. Так, вихрь около нас, она просто отойти, наверное, да? На это идем. Сука, у меня мана кончилась, что за хуйня, нахуй? Клятву не прожал с пулом. А вот получается. Моп убежал, нахуй. Эрза, бля, ебать. Хоть бы глыбу нажал, бля. Бесконечная экзекутка на нулевом мобе, нахуй. Пизда, нахуй. Отвожу. Ой, Эрза, бля. Хоть бы глыбу какую среагировал, блядь. Стоишь, чилишь. Я тут про пиво, понимаешь, рассказываю, шишек. О, массакрафт. Дал массакру. Можете наоборот забегаться. Хуяк, воет туда-сюда. Да. Видели, да? Из одного вихря в другой, блядь. Кстати, на циркуле как-то даже тройной перелет был у челиков. Из одного вихря в другой летали. А, я без печати бью, ебать, заебись. Агро нулевое, блядь. Я понял. Или вот может... они, тапки Сируса. Может так кончилось? Так мы теперь... Вихрь. Так мы теперь без ретрика, да? Кинетика. Сука. Ребятушки, что так присели? Нам. Присели на этот... Адель умер. Адель умер, я забрал. Нормально. Мы добьем его жестока. Кинетика. Все, вывезли, ебать. А как ты сферы потерял, блядь? Светя. Так, ты буешку нажимай, вот эту хуйню, как она называется. О. Запы. И отказался. Вот эту всю парашу нажимаю. Я что-то распылить нажала случайно. Ну не буешку. Что такое? Резайтесь быстрее. Я забрал. Все, бежим дальше. Ебашь. Я Делюшку умер. Делюшку резаем. Тут, короче, стан может дать, блядь. Лучше Делюшку подождать. Стойте, блядь. Аделюшка? Где он там, блядь? Аделюшка. Ну уж не до такого. Так, чёрт. На тебе кулак, Аделюшка. Будешь агро набирать, заебись. Просто. Зов один. Вообще, блядь. Так, давай, дам тактику сходу просто. Стан, нахуй. Тварь. Просто вниз спартанулся, вы видели? Отбегу одну минуту телефон углю. Так что хилы имейте в виду, у вас на одного меньше. Угу. Ебать. Я запи...